Смертельное ДТП произошло в поселке Тыреть Заларинского района. Там водитель буквально на пустой улице сбил мужчину. Пешеход шел по дороге навстречу транспорту. 55-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, а водитель после столкновения поспешил скрыться. Но позже задержать шофера все же удалось. В этом помогли фрагменты деталей автомобиля, которые остались на месте в результате аварии. Полицейские оперативно установили личность мужчины. Им оказался 22-летний местный житель, который не имел водительского удостоверения. К тому же ранее нарушитель неоднократно привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.